год не знал. Посмотрите на них, какие снежинки. Какой там шарик волшебный крутится. А снеговик? Вон наш волшебный снеговик. Все увидели? Ребята, а вот это что-то совсем новое. Светящийся олень. Смотрите, как красиво блестит. Но самое главное, наши гости праздника, это елка. Давайте посмотрим, какая там звезда наверху. Ну, посмотрели выше. Какая елка высокая? Давайте покажем, какая она высокая. Вот такая. А теперь присядем, посмотрим, а что там внизу? Ой, красота. Сколько на елочке игрушек, зайцев, мишек и хлопушек. Вон какая красота. Будем водить хоровод вокруг елочки? Здравствуй, здравствуй, елочка. Здравствуй, Новый год. Каждый пусть под елочкой спряжет. Дома.
Зайка. Да, зайка, зайка. Нет, Анечка, вровь. Одеял, затем капусту. Белый, вкусный и большой. Снегурочка! Теперь можно заклинание вспоминать. Вспоминай!
считать? Да. Тогда давайте все вместе посчитаем до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Надо елку уменьшать. Палочки, иголочки, сосеночки, шишечки, булавочки, крючочки. Уменьшайся поскорее, звездочки. Уменьшайте шарики, гирляндочки. Уменьшайте... Ну-ка, пирамидка, замолчи! Ребята, надо карамельку. Баба Яга заколдовала ее. Надо ее расколдовать. А чтобы ее расколдовать, надо на ваши животики. Закрывайте животики, чтобы не замерзли. Дуло, на носики, закрывайте носики. Хорошо. Заморожу носики. Фу, закрываю носики. Фу. Закрываю. Заморожу животики. Фу, закрываю животики. Фу, заморожу ваши ножки. Фу, закрываю ножки. Заморожу ушки, где носочки? Заморожу ваши попки, где попки? Закрываю попки. Окей, молодцы. А теперь все вместе подумаем. Подумаем на карамельку, чтобы ее расколдовать. Хорошо? Да. 3, 4. Ой, Дедушка Мороз, здравствуй. Смотри, сколько много ребят красивых. Какие лисички, какие снежинки красивые. Я вспомнила. Ребята, что-то, наверное, со мной случилось. Вспомнила. Меня Баба Яга заколдовала. Послала к вам на праздник, чтобы я вашу красавицу елочку с собой забрала. Она там какое-то зелье собиралась сварить. Дедушка Мороз, я, наверное, успела вам праздник испортить. Успела, нет? Нет, не успела. Промелька. Ребята вовремя заметили. Дедушка Мороз, да. Так Баба Яга не только меня заколдовала, она еще Снегурочку спрятала, отобрала все подарки. Ничего и Снегурочка себе. Теперь в чаще весной сидит одна и не может к вам на праздник прийти. Побежала тогда за Снегурочкой, за подарками. Подожди, дедушка, не надо. Ты лучше с ребятами здесь побудь, а я пойду выручать Снегурочку. Ребят, чтобы она к вам на праздник пришла и много-много подарков принесла. Хотите, чтобы Снегурочка пришла к вам на праздник? Да, пожалуйста, будьте внимательны, активны. И Дедушке Морозу сюрпризы все свои покажите. И стишки, и песенки, и танцы. Договорились? Да. А я Бабу Ягу проучу, чтобы она больше никого не колдовала и праздник не портила. Хорошо? Да. Тогда ручки вверх подняли и сказали: до свидания, карамелька! До свидания! Пойду за Снегурочкой, пока, дедушка! Ребята, я знаю, что мы приготовили какие-то сюрпризики. Вы стишки, песни, да танцы. Правда? А что же мое сердце так согревает, кроме ваши стишки? Давайте же мы сейчас их прочитаем. Садись, девочка, отдохни, а детки тебе стишки почитают. А у меня есть еще волшебная шкатулочка. А где же у нас шкатулочка? Ой, волшебная шкатулочка. Сейчас я ее буду открывать. Узнавать, кто же у нас будет почитать сейчас. Петрос. Есть такой мальчик. Подготовил же он стишок для Деда Мороза, чтобы согреть его. Сердце согреть. Иди ко мне, не бойся. Подойди. Мама, подойдите. И расскажи нам стишок. Молодец. А Вика? Настенька приготовила стишок какой-то Деду Морозу. Да, Настенька? Настенька, не бойся. Да,
Ладочку, в следующем году расскажешь стишочек, Настенька. Миша и Виталина. Где у вас Миша и Виталина? Ну, ты расскажешь. Ой, сзади, какой пробегайте. Смелый, умелый. Новый год. Мама, дверь постучится, будет праздник, у нас будет телевизор. Итак, прибудьте. Господи, Дед Мороз. Зимою мы же в снежки еще играть умеем, правильно? Да.
Ой, сейчас мы вынесем корзину со снежками и будем. Снежки, давайте сейчас. Скорее сюда, ко мне становись, чтобы тебе здоровье держись. Волшебный хоровод. Вот, да,
вот такой большой кусочек делается. А мы же посидим. Вот большой. А вот такой. Сейчас мы будем с вами хороводы водить и песенки петь. Дедушка Мороз. А Дедушка Мороз? А что же случилось? У нас такая красивая елочка, такие красивые украшения, но она, к сожалению, огонечками-то не сверкает. А все потому, что волшебное заклинание-то не сказала. Ребята! Давайте мы дедушке поможем волшебное заклинание сказать. Давайте. Саша, я не смогу этого сделать. Ну-ка, елочка, улыбнись. Ну-ка, елочка, зажгись. Ну-ка, елка, раз, два, три, огнями радости гори. Теперь пора хороводы водить и песенку про елочку спину. Знаете песенку про елочку? Следующем году я его выпущу. Ваши желания обязательно сбудутся.
сбудутся. Ну что ж, ребят, поверим Дедушке Морозу? Конечно же, все все желания исполнятся. Но вы знаете, ребят, вы любите бывать в лесу? Любите. А вы знаете, кто живет в лесу? Знаете, медвежата живут в лесу? Так, а еще какие зверята живут? Волки, еще кто живет? Лисички. Лисички, а еще кто? Зайчики, зайчики у вас живут в лесу. Дедушка подсказывает, конечно же, зайчики. А как зайчики прыгают? Как зайчики прыгают? Вот так прыгают. А вокруг себя попрыгали зайчики. Молодцы какие, молодцы. А сейчас зайчики. Ну, сейчас посмотри, все на стульчик садятся. И зайчик для зайчика приготовлена вот такая морковка. Вкусная, сладкая. А мы вот так морковку разложим. И зайчатки наши подходили сюда и становятся каждый на морковке. А овощи? Где у нас зайчатки? Зайчатки. Вот еще зайчики. Ой, зайчик, какой смелый. Есть у нас еще зайчик? Вот еще. Где забрать его? Пойдем. Вот молодец. Вот молодцы. Ну что, зайчики, вы нам танцуете танец веселый? Танцуйте. Берем морковку, а я вам буду помогать. Я тоже. А ты, дедушка, становись в серединке. Конечно. Все у нас готово. Вот он еще у нас у зайчика ушек нет. Посмотрите, какой красивый зайчик. Вот какие зайчики все красивые. Вот какие зайчики, настоящие зайчики. Ну что ж, зайчики, танцуем наш танец с морковкой. Прибежали зайчики. Никто не хочет! Идите сюда, идите сюда! Боюсь, я забыл, что ты самый смелый!
посмотри. А, молодец. Скажи им, до свидания. До свидания, все. Мы отправляемся в лес. В лес с тобой отправляемся, да? Отправляемся в лес, и дедушке Морозу. Ладно, забирайся, забирайся. А, смотри, он еще сюда. Зайчишки хотят все здесь на праздники жить, на праздники, конечно же, мешок. Чтобы подарки получать и танцы танцевать. Какой-то мешок у тебя неправильный, дедушка. Ты знаешь, есть у меня подружки, снежинки и елочки. Ну-ка, елочки, выходите сюда. И снежинки, скорее, скорее, скорее. Кто у нас снежиночки? Они все приятные. Самый-самый лучший снежинки. Я вижу, что и сейчас. Я сейчас просто снежинками с елочками немножко поиграем, а они нам должны потанцевать. Давай. Ветер снег, сосульки, брат!
смешной, а? Что ж такое-то, ребят? Наверное, у мешочка ножки вырвали. Эй, хотел мешочек убежать. А мы сейчас с вами посмотрим, получится у него бежать или нет. Вы подарки хотите? Да. А вы маму, папу слушались? Да. А друг друга не обижали? Нет. И самыми веселыми в этом году были? Да. Молодцы, какие мы зали. Дедушка Мороз, поймал ты свой мешок наконец-то? Смотрите, какой тяжелый мешочек. Ничего себе, полон подарков! А давайте теперь, ребята, под веселую музыку мы всем с Дедушкой Морозом будем вам подарки вручать. Вы приготовьте свои ручки, плакать не надо, дедушка добрый. Всем подарки достанутся. Ну, давай, дедушка, посмотрим, что же там у нас в мешочке. Ой, какой! Давайте, ребята, еще раз подуем на мешочек. Скорее. Чтобы он разбежался. Ничего себе, сколько подарков, дедушка. Ну-ка, давай скорее, ребята, вручай. Друженька, давай я буду подарки вручать. Вот такие подарки. Похлопайте, родители. Похлопайте. Сделаем сегодня самые веселые, которые подарки получают. Всем достаньте, держи, так ты не плачь, хорошо? Вино не мое хорошее. Держи. Спасибо, девушка, большое.